обеспечиваю вашу безопасность. Я нахожусь рядом с вами на протяжении всего, что будет сегодня происходить. Я думаю, вы все хотите знать, что здесь будет. Забой на соседа, чтобы можно было идти. Команда красных отправляет. Это делать. Надо, чтобы тут завалили. Будьте внимательны. Пока я не разрешу мешки на голове! Теперь вы можете снять мешки! Прием. Похоже, что связь работает только в одну сторону. В любом случае, мой долг предупредить вас. Вас подставили. Выбираться из бункера. Это уже понятно. Правительство готовит свою команду колонизаторов и хочет прибыть на Проксиму первыми. Была команда убрать всех конкурентов, и вас заманили в ловушку. Система самоуничтожения бункера активирована. Дерьмо, через 90 минут он будет уничтожен. Единственный шанс выбраться – ввести коды для отключения всех систем безопасности. С вами будет мой армейский друг. Он поможет вам получить доступ в систему. Удачи вам. Будем варить там всякое. С огромными проблемами влез в костюм, но влез. Блин, ну конечно, давать ютуберам еще так много читать, это... Ой, много буков. Очень много буков. Выше. Можно про себя? У кого ты качественный, как им выбираться, что делать? Наверх! Позвонить маме! Да, можно... Очень хорошее впечатление. Мы живы, апокалипсис таки не наступил. А мы находимся где-то на задворках ВДНХ, выставочного центра в Киеве. И вот здесь даже, как видите, такие аутентичные детские площадки, как были в наших популярных украинских играх. Мы живы, это был отличный квест. Я рад, что мы прошли это. Это было круто. Всем желаю проводить лето весело.